виноградный сок готовим. Или что-нибудь другое. Толпушка моя. Подготовим поверхность для толчения. И толчем. Толкушка ровная. Толчет отменно. Чпок-чпок-чпок прямо. Через марлечку выдавливать, можно собирать так. Видите, какой масса. Да, это лучше, конечно, выдавить. Там другой был виноград, он более сочный. Этот не сочный, этот мясистый. И сливаем сливки. Да, тут мяса много. Вот такой мясистый сачок. Это через сито надо прогонять или через центрифугу, которая выдавится. Но можно и ручной. Ручной подавили, через марлю сдавили. Вот вам и сачок. Такой чудесный сачок. Привет.